Прохождение инициатив из субъектов и регионов России в Госдуму сложен и тернист. В здании Калининградской областной думы состоялась встреча представителей власти Якутии и Калининградской области. Председатель Госсобрания Ильтумян Якутии Александр Жирков вместе с председателем Калининградской областной думы Мариной Аргеевой обсудили вопросы взаимной поддержки законодательных инициатив двух регионов. Для развития субъекта важны все контакты исполнительной власти, в том числе и культурные. Подтверждением добропорядочного и ответственного партнерства уже стали нынешние гастроли Театра оперы и балета Якутии имени Соруна Маллона в Калининграде. Договорным полем действенных продвижений республики и Калининградской области станет соглашение, которое будет подписано в марте 2017 года в Якутске. Ехали вот самый наш край нашей огромной необъятной страны для того, чтобы вот, ну, протянуть руку на такой культурную. Мы надеемся, что будет ответный визит. Об этом мы сегодня вели разговор с председателем областной думы. И я думаю, что несмотря на значительное большое расстояние, которое отделяет две наши территории, вот те связи, которые мы сейчас вот устанавливаем, они будут достаточно устойчивыми. Ответный визит у нас намечается. Вы в Якутии-то поедете? Я думаю, что в следующем году обязательно поедем и уже в Якутии подпишем соглашение.